Недавно я заметил очень странное место в Adopt Me, и я сейчас расскажу, как это было. Но перед тем, как мы начнем, у тебя есть возможность получить пэта мечты абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и в комментариях написать свой ник в Роблоксе и какого пэта мечты ты хочешь. Не упусти свою возможность и участвуй. Хочу купить божью коровку. Давно у меня не было таких классных покупок, и я, если честно, ни разу не покупал эту лавандочку. Было только один раз, я покупал ее на розыгрыш на своем канале. Но сейчас я действительно куплю ее для себя. У меня уже есть алмазная божья коровка, золотая божья коровка и обычная. Но я хочу попытать удачу и выбить еще одну божью коровку. И надеюсь, что мне сегодня повезет. Поэтому я для себя не... Вы видели? Я сейчас управлял своим питомцем. Чего? Вот это интересный баг. Кто-то с таким сталкивался? А ну-ка, напишите, ребята, в комментариях. И вот она. Так, ну, я думаю, что пора купить лавандочку. 199 робоксов, в принципе, на... Минуточку. Мне кажется, или был какой-то стук? Очень похоже было на какой-то стук. Откуда... Стук разносится отсюда? Чего? Оно может быть прислушаться? Да кто там такой? Чего? Что это за фигня? Там кто-то есть? Что за фигня? Там реально кто-то есть? Кто это? Подождите, а как туда можно зайти, если дверь не открывается? Как туда зайти? Чего? Что за дичь? Стуки прекратились. Мне нужно разобраться, что здесь происходит. Получается, я пришел сюда ближе к ночи и слышал какие-то стуки, а сейчас стуки прекратились. Странно, может быть, они происходят только ночью? Может быть, днем этих стуков нет? Но я пока не слышу. Может быть, найти способ как-то добраться сюда? Может быть, я смогу как-то сюда залезть, как-то пролезть и посмотреть, что там внутри? По-любому там кто-то живой. Как туда забраться? А, ну точно, у меня же есть флайпэд. Ну, на флайпэде неинтересно. Я хочу, как настоящий ниндзя, забраться с помощью какого-нибудь крюка. О, вот это замечательно. О, тихо, блин, не получается. Окей, ладно, тогда я сделаю таким образом. Я залезу вот сюда. Потом я залезу вот сюда. О, и все, я наверху. Ага, значит, здесь сливается вода в этот контейнер. А, значит, там что-то есть. Это, раз это мельница, мельница крутит. Получается, вода крутит эту мельницу. Там что-то происходит. Но как попасть в эту мельницу? Нужен какой-то способ. Может быть, в окно как-то протиснуться? Или, может быть, с помощью бага протиснуться в эту дверь? А ну-ка, у меня получится... Или нет? Блин, мне теперь интересно... Ай, стой. Мне теперь интересно узнать, что же там такое. Как их посмотреть? Может быть, с помощью строллера я смогу туда попасть? Так, возьмем вот этот строллер и какого-нибудь флай-питомца. Так, давай попробуем тебя туда просунуть. Черт, не получается. Очень странно, что же это такое? Но мне ничего не остается делать, как дождаться ночи. Может быть, ночью как раз-таки я смогу узнать, кто там находится. Может быть, там действительно находится какой-то зверь? Может быть, Adopt Me нас прячут какого-то питомца, которого еще не показывали? Вот это интересно. Ну ладно, я думаю, ночью я смогу разобрать, что же здесь происходит. Но если там происходит что-то странное, по-любому кто-то должен за этим стоять. И кто может стоять за всеми странностями в Adopt Me? Кто же это может быть? Ребята, напишите в комментариях, если вы знаете, кто же это может быть. Кто отвечает за все странности, которые происходят в Adopt Me? Ладно, мне нужна ваша помощь, я почитаю ваши комментарии. Ньюфиси, что? Злой доктор, ученый, Бёрд. Бёрд, ребята, точно! Это Бёрд, спасибо, что помогли мне в комментариях. Это Бёрд. Он мне подскажет, ребята, что там происходит. Если там происходит что-то странное, 100% это проделки Бёрда. Если мы сейчас отправимся к нему домой, может быть, мы найдем там что-то? Может быть, мы найдем какую-то подсказку? Давайте попробуем туда отправиться. Благо, у меня есть крюк, с помощью которого я могу быстренько это все сделать. Отлично, вот он, дом Бёрда. Привет, Бёрд. Слушай, я заметил какие-то непонятные звуки на ферме. Ты не в курсе, что там происходит? Так, он немного нервничает, ребята. Он нервничает. Странно. Возможно,
он что-то подозревает. Возможно, он что-то знает. Ребята, давайте попробуем найти в его магазине какую-то вещь, которая, ребята, может как-то относиться к этой ферме. Может быть, маршмеллоу? Нет, маршмеллоу не относится. Гитара? Гитара тоже нет. Фонарики? Ну, близко. Фонарики близко. А вот этот, вот это печенье, вот эти бонго, телега. Для чего нужна телега на ферме? Перетаскивать, ребята, грязь и перетаскивать трупов? Может быть, в той ферме живой человек? Ребята, мы должны туда вернуться и узнать, что там. Скоро стемнеет. Это значит, что там начнет что-то происходить. Дить. Может быть, с помощью вот этого погреба мы как-то сможем туда добраться. Вот этот подвал, который мы видели, возможно, он как-то связан с тем, что происходит здесь. Но куда ведет этот подвал? Здесь этот подвал, ребята, тоже есть. Может быть, с помощью этого подвала мы с вами сможем куда-то добраться. Но вот эта ферма, ребята, вот эта мельница, мне кажется, очень подозрительным. Стемнело. Если стемнело, это значит, что что-то будет там происходить. Давайте послушаем. Вы слышите? Я ничего не слышу. Да, там кто-то есть, ребята. Там кто-то есть, там кто-то есть. Там кто-то есть. Что за стуки? Что за стуки? Кто там может быть, ребята? Напишите в комментариях, как вы думаете, кто там. Но по-любому это какой-то эксперимент. Что за... Там зверь какой-то, ребята. Там какой-то зверь. Нужно как-то пробраться туда. Каким образом? Ребята, мы должны как-то туда пробраться. Мы должны как-то туда залезть. Как? С помощью чего? С помощью какой-то игрушки? Давайте попробуем с помощью вот этого. Давай, 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 давай. О! Получается! Что-то получается! Давай, я думаю, ты сможешь. Я думаю, ты сможешь так. Давай, 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 давай. Мы должны узнать, что там. Мы должны как-то открыть эту дверь, ребята. Черт, как туда забраться? Мне нужно найти способ, ребята, как залезть туда. Каким образом я это сделаю, я не знаю. Кто же мне? Мне нужен помощник. Мне нужен тот, кто поможет мне туда забраться. Мне нужно срочно раздобыть возможность туда залезть. Как это можно, блин, сделать? Черт, я слышал же какие-то стуки. Вы слышали? Как будто дверь какая-то открылась. Чего? Неужели это дверь? Кто это, Джек? Кто это? Куда... Куда он идет? Куда он идет? Ребята, нужно последовать за ним. Это что, это зомби? Так, нужно сделать так, чтобы он меня не заметил. Это он, получается, там был. Это он стучался. Куда он идет? И зачем он идет? Секунду. Он идет в пещеру? Для чего? Для чего он идет в пещеру? О, нет. Ребята, посмотрите. Посмотрите, это Джек? Кто такой Джек? Он идет в пещеру. Он зашел туда? Что он там делает? Не понимаю. Зачем ему? Кто это? Что? О нет, он меня заметил, он за мной бежит!